В Славянском районе успешно развивается 24 вида спорта. Одним из самых молодых можно назвать спортивный туризм. Отделение было создано около 8 лет назад на базе спортивной школы «Белая ладья». Благодаря сильному тренерско-преподавательскому составу сегодня славянская команда считается одной из самых сильных в крае, а сборная Кубани больше чем наполовину состоит из наших спортсменов. Добиваться таких высоких результатов ребятам помогают постоянные тренировки, а также участие в соревнованиях. Спортивный туризм включает в себя 12 дисциплин. Большинство проводят в природной среде, но некоторые можно организовать и в помещении. Например, соревнования на пешеходных дистанциях. Именно такие соревнования и прошли в минувшие выходные в детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья». Данные соревнования у нас являются отборочными в сборную Славянского района. И дети, которые отберутся в сборную Славянского района, будут принимать участие в краевых, межрегиональных и межмуниципальных соревнованиях по спортивному туризму. В первенстве района по спортивному туризму приняло участие более 50 ребят. Все они – воспитанники спортивной школы «Белая ладья». Артем Маргунов этим видом спорта занимается уже 8 лет. Участвовал во многих краевых и всероссийских соревнованиях. Данный вид спорта мне нравится, потому что мы часто выезжаем на природу, на соревнования, ходим в походы, как водные, так и пешеходные. Недавно вот мы прошли поход первой категории сложности по Мостовскому району. В июле этого года мы всей командой ездили на первенство России в Подмосковье. Спортивный туризм – это вид спорта, требующий ловкости, выносливости и хорошей физической подготовки. Глядя, с какой легкостью ребята преодолевают дистанцию, карабкаются по натянутым веревкам или поднимаются по скалодрому, кажется, что это легко и просто, но на самом деле требует гигантских усилий. Но несмотря на сложность данного вида спорта, в нем много и девочек. Александра Постовая занимается уже 4 года и собирается продолжать. Папа привел меня в туризм в 6 лет, а вслед мой брат туда пошел. Мне очень нравится ходить, потому что тут можно найти своих новых друзей, тут весело и интересно. Первенство района проходило по двум дисциплинам – личная дистанция и дистанция связок 1-2 класса. Самому юному участнику было всего 8 лет, самому старшему – 17. Ребята соревновались в 4 возрастных категориях. В каждой были определены победители, которые теперь войдут в состав сборной Славянского района. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».